Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это пес Макс, и в этом выпуске мы расскажем вам, как правильно чистить собаке зубы. Чистка зубов – важный элемент ухода за любой собакой. Вне зависимости от породы, специалисты рекомендуют регулярно чистить лающему другу зубы. Лучше делать это 1-2 раза в неделю. Также важно водить питомца на стоматологические процедуры к ветеринарному врачу. Как правильно чистить зубы собаки в домашних условиях? Давайте разбираться. Итак, представляем вам пошаговую инструкцию, как правильно чистить зубы собаки. Прежде чем начать чистить зубы животному, нужно хорошо подготовиться к этому процессу. Для начала важно убедиться в наличии всех необходимых инструментов для чистки. Вам понадобится специальная зубная щетка и зубная паста, а также щетка наперсток для массажа десен. Помните, что человеческие зубные щетки и зубные пасты не подходят для чистки зубов лающего друга. Лающих необходимо приучать к гигиеническим процедурам с самого детства, тогда во взрослом возрасте они спокойно будут переносить их. Если же собака уже взрослая, не знакома с чисткой зубов, нужно тщательно ее подготовить к ней. Прежде всего важно выбрать наиболее удачный момент для процедуры. Специалисты рекомендуют проводить чистку после прогулки, когда собака чувствует себя наиболее спокойной и расслабленной. Перед чисткой зубов важно познакомить лающего друга с зубной щеткой и приучить к присутствию ваших рук рядом с его пастью. Специалисты рекомендуют начинать чистку с внешней стороны зубов, а потом уже переходить к внутренней. Чистите зубы верхнего и нижнего ряда скольжением сверху вниз, вдоль верхней и нижней челюстей. Поперечное очищение результатов не даст. Вы будете только равномерно распределять загрязнение по зубам. Двигайтесь от центра строго в одном направлении, затем смените траекторию в противоположную сторону. В конце процедуры не забудьте сделать массаж десен круговыми движениями с помощью щетки наперстка. Во время процедуры гладьте питомца, ласково разговаривайте с ним. Если вам сложно справляться с собакой одному, позовите на помощь кого-нибудь из членов вашей семьи. После процедуры обязательно поощрите питомца за его терпение. Например, дайте ему специальное полезное для зубов лакомство или игрушку. Ну что ж, теперь зубы у Макса чистые. Попробуйте и вы почистить зубы вашей собаки по нашей видеоинструкции. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!